В средней школе номер 6 прошло открытие мемориальной доски погибшему воину-афганцу Калугину Андрею Николаевичу. В честь этого администрация и учащиеся школы подготовили торжественный митинг, куда пригласили темиртауских воинов-интернационалистов, членов Совета ветеранов и других почетных гостей. Никто не забыт, ничто не забыто. Как говорят члены Темиртауского Совета ветеранов войны в Афганистане, для того, чтобы эта фраза не была пустым звуком для нынешнего поколения, как раз и проводятся все эти мероприятия. Андрей Калугин был выпускник этой школы и, как говорится, учился здесь и с этих, как говорится, коридоров этих школ вышел в жизнь, стал настоящим мужчиной, воином и погиб, защищая нашу родину. Мемориальные доски воинам-афганцам, погибшим, исполняя свой интернациональный долг, уже есть в нескольких школах. Буквально на днях открылись доски в школе номер 27. Также открыта мемориальная доска в 24-й школе. Установка мемориальных досок стала реальной благодаря поддержке акимата города, отдела образования и отдела внутренней политики, а также самих ветеранов войны в Афганистане. Это памятные доски. В первую очередь, конечно же, преследуется цель патриотическое воспитание молодежи, школьников, а также, чтобы осталась личная память, чтобы ребята видели и гордились тем, что в этих школах именно воспитывались ребята, которые в свое время, в свою очередь, показали, что их воспитали правильно, и они были патриотами своей родины. На торжественном митинге из уст школьников не раз звучали стихи и песни о войне, а из глаз гостей украдкой катились слезы. Это мероприятие было целиком проникнуто памятью о солдате Андрее Калугине. На встрече со школьниками присутствовала племянница Калугина Оксана Черняева. В 1989 году в этой же рекреации вручали мне бабушке, дедушке, ну, соответственно, родителям Андрея Калугина грамоту, присланный с Москвы Горбачёву Михаилу Сергеевичу. Теперь в этой же рекреации открывается доска почёта. Извините, волнуюсь. Хочу сказать всем спасибо за такую честь, предоставленную нашей семье, моему дяде. По словам афганцев, в их дальнейшие планы входит проведение на постоянной основе уроков мужества для школьников, а также установка мемориальных досок и другим темиртаусцам, которые не вернулись с войны в Афганистане. На дорогах круты, сквозь холодный туман, грозно тянут зимы, надрывая города, автоматы в руках. Перетёрнут затвор, не остаться в горах, так молись на мотор.